Карты постоянно забирают то или иное. Ну, посмотрим, как получится. Я буду пытаться как-то комментировать. Так, я появился в long jump комнате. Вот, напротив меня, кстати, чувак. Мне вот сейчас самое главное это обмануть и перестрелять. У меня не получается, я сразу ухожу. Потому что это уже бессмысленно что-то делать. И я считаю, что соперник за мной не погонится, а пойдет скорее на гаусс. Поэтому я уйду в другую комнату, где лежит армор. Армор тут вот самое важное, в принципе, что есть. Не сконцентрированно, конечно, и двигаться не получится особо. То есть моя задача... Ой! Да, получилось очень смешно. Я себя очень покоцал. Но, тем не менее, я забрал очень важную вещь. Соответственно, это его гаусс. Ну, теперь мне нужно отражать хитпоинты. В принципе, не важно, что он сейчас будет отжираться. Главное мне отожать. 100 отожрал, сразу пойду быстренько проверю. Значит, он, скорее всего, на RPG или в LG. Будем пока разбирать все, что есть, ну и полетим проверять сразу. В лонгджампе его не видно. Ага, он здесь. Причем еще и с гаусом. Это очень опасно. Попадаем и идем в догонку. Не попали. Ну все, я тогда пойду контролить что-нибудь. Так, вот слышали мы его на RPG, поэтому нужно... Во-первых, прострелить, не дать ему сюда прийти, но он, скорее всего... А, он еще и здесь. Не выпал я с арбалетом. Пойдем в атаку сразу в гаусс-комнату, так как он здесь. Находим, убиваем просто, и сразу надо контролить как бы респы. Тут респы вот раз, два и три, в принципе. Ну, еще вот есть такой, он уже сверху. Не попали. Вот, и еще один респ есть вот здесь. Так что, как бы, как вы убиваете, сразу пытаетесь целиться на какой-то раз, повозь повезет. Сейчас я его ожидаю с РПГ. Ну, его там вроде нету. А он под армором, и мы его убиваем прямым выстрелом. Ну, а теперь пошли гонять просто по карте, как бы тут ничего заумного нету. Нашли, убили. Так, вот видите, распнулся и убил. Сразу жду, как бы, его на этих распах. Ну, сейчас я буду просто летать по карте, в принципе, логично, думая, где может быть находиться соперник. Так, он на РПГ, так как мы его здесь не нашли. Он в противоположной комнате, ну, это лично мое мнение, и, в принципе, оно так и есть, ну. Обманули тем, что поднялись на лестнице и спустились, как бы соперник будет, как минимум, втыкать там, стоять, контролить. А мы уже здесь поднимаемся и будем... смотреть комнату. Нигде нету, значит он пошел к этому вход. Вот мы его слышим сверху. И сейчас будем... Вот, в принципе, мы его дождались, конечно. Не попал я как-то странно, он меня рокетом покоцал, но тем не менее. Так, я слышал, что он побежал в long jump. Я пользуюсь этим как бы моментом, забираю армор опять же. И ухожу еще вниз отожать армор там, контроля его на прыжок как бы сверху. Вот я слышу, что он как бы надо мной. То есть я не даю ему приблизиться к очень важным позициям, а для меня это пушка гаусс. Ну, в принципе, на арбалет мне до задницы, он, конечно, является важным, но я не считаю, что мой соперник слишком может мне проблем доставить. Слышали мы, что он там распанулся, ну, в принципе, убиваем без проблем. Ну и сразу, как бы, опять же, я лечу на какой-то из распов ближайших, на который я считаю, что он там будет. Я на запись не поставил, к сожалению. Я слышал его наверху, но тем не менее не прошил. Сейчас я секундочку на запись поставлю. А нет, запись стоит. Провтыкал я. О! Все, подлавливаем его. Опять же. В принципе, как бы ничего сложного нету. Сразу важные моменты приконтраливаем. Я его коснул, отошел, мне не надо больше его трогать, так как он сейчас будет заморачиваться, как что я заново выйду туда. А я заново не выйду. Ой, не было патронов. Надо еще, конечно же, за патронами следить, а я вот повтыкал. Не было у меня патронов, он сейчас будет опять на... А, нет, нет, отжирает. Армор, мы идем сразу на... вдогонку ему. Нет, его нигде нет. Пошел, может быть, на РПГ все-таки. Берем опять, опа, опа, снизу такие контроли, видите? Ну, я взял, как бы, опять же, важные вещи для меня, армор. Больше меня ничего не интересует, практически. Ой-ой-ой.
Есть такие точки на картах, которые рикошетят самого себя, и это очень неприятно. Так, он, скорее всего, на Гауссе. Это он дурак, что не берет сейчас... Извиняюсь, что, конечно, черт на тебя такой сказал, но... Нужно было брать арморы. Если бы он взял арморы, он бы в этой ситуации выжил как бы максимум. Он бы убить меня все равно не смог. А вот арморы бы он забрал, и это было бы уже попечально. Опять же, я не попал, я знаю, что лучше не бороться. У него в ближнем бою дробоган. Странно, что не попал. Там бы было опасненько, но я взял и отошел. Теперь нужно отожрать немного, опять же, брони. Говорить все-таки и стрелять сложновато, сконцентрироваться вообще очень трудно. Так, у меня 50 хп. Так, ну еще то, что я бы хотел сказать насчет мало... Когда мало хелсов. Когда у вас мало хелсов, тут как бы я считаю есть две ситуации. Либо вы очень долго крысите, там, собираете по хелсинкам этим, которые валяются и так далее. Либо же идете сразу на рожом. Я бы не сказал, что прям на лаг, но вот как бы на нежданную позицию, которую как бы соперник не ожидает. Примерно, например, вот так вот. То есть соперник меня здесь не ожидает, если он вылетит отсюда, естественно. Ну это то, что нужно делать с малым количеством хп. Вот сейчас я знаю, куда он пошел. Соперник меня здесь не ждет. Но я сейчас поднимусь на лестнице, он будет уже знать, хотя он далеко улетел. Да, он уже прямо на Гауссе. Мне, в принципе, все равно, я беру свое. Важное пока то, что я могу взять. Так, ну и соперник, скорее всего, конечно же, полетит сейчас на арморинку. Где я его и жду. Его здесь нету, поэтому я решаю сам отожрать. А вот соперник сверху надо мной. О, вот ракету я не ожидал, конечно. Что-что, но не ракета. Да, хорош. Тут мне очень-очень опасно, потому что соперник арбалет. Я тут практически вообще бессилен на нем. Но, тем не менее. Сам же допустил ошибку, даже не потому, что не попал. Не стоило было стреляться дальше, как бы. О, вот тут может быть очень опасно для меня, да. Плохо взял Гаусс, не переключился сразу. У соперника под стволки. Надо его ловить как-то на отходах. Самый реальный шанс был его убить, но осталось очень мало хп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как интересно получилось-то. Ну что, не успела его поймать. Но вот здесь я его должен успеть поймать. Что же так не попадаю? Смысл в чем, когда вы выходите соперника, он по-любому придет на аптечке. На ближайшие, скажем так, аптечки. Соответственно, что нам стоит делать? Ждать его там. Это очень логично, как бы. Тут придумывать ничего не надо, но, кстати, много игроков даже не задумываются особо над этим. Вот у него сейчас арбалет, я даже на него не суюсь. Попробовал разок, как бы стрельнул сразу быстрее его. Если не получилось, не лезем. Вот опять, видите? Я стрельнул, он будет ждать. Теперь мы тихо подходим к армору, который он ждет. Он меня здесь не ждал, он кинул проверочную подстволку, но... Как бы... Ой-ой-ой, хорош. Заговорился я. Если что, пишите также вопросы, я пролистаю обязательно чатик, прочитаю все. Поотвечаю. По сути, ему сейчас, опять же, либо вверх, либо вниз. Я пойду вниз смотреть. О, ну вот и он.
Ну, то есть все очень просто. Главное, правильно под король в правильном месте, конечно. Когда у вас плохая ситуация, скажем так. Не ожидал. Но вот он выжил максимум ситуации перед этим. Он дожрал патроны для Гаусса. Чем сделал как бы задержку для меня в поиске его, скажем так. А вот он был внизу. И опять же пробую на пролетах как бы его пробивать. Это немного сложно. Сейчас я его как бы ожидаю на ход. Ну, если не пришел, наверное, пойдет за Гауссом. Да. Он пойдет за Гауссом. Я это слышу прекрасно. Отстреливаю. Хороший лук в его исполнении, но не туда немножечко. Скорее всего, опять наверху. Да что ж такое? Что с движениями? Пипец, проблемы. Ну и опять самое важное забираю. У него арбалет, с ним стреляет. А, нет, у него Гаусс. Ой-ой-ой, хороший шот был. Очень важный, главное. Так, он на ЛДжшке взял, опять же, арбалет. Что есть опасно. Так, ну я думаю, что он сейчас будет на арморах. Ну, не на арморах, поэтому я перевожу рокет сразу. Ну, так сказать, который, я думаю, царь. Вот сейчас он будет идти сюда, возможно. Он ждет наверху. Скорее всего, до сих пор ждет наверху. Нет, уже нет. Центр уходит, может. Нет, внизу уходит. Ждет армор, видите? Поздно. Поздно стрельнул. Пойдем в догонку. Чего же забываешь, что у меня перезаряжается-то? Ну, сейчас он может быть на Гауссе, да, и это очень опасно. Надо его ловить. Так. Оп. Не появился. Армор сожрал, важные позиции сожрал, и все. И для меня комната на самом деле была бесполезна. О. Такой прострел дается очень редко, так как никто на него не попадает. Прошу прощения. Ой, да что ж такое, аллергия задолбает. Ой, хорош попал. Я как всегда хочу за тем, что для меня очень важно. Сейчас приконтролим важный момент. Это арбалет. Оп, он уже здесь Гаусса. Это может быть очень неприятно. Слава богу, это кончилось не очень неприятно, но у меня очень красный хп, и нужно это восстанавливать. Он это знает. Он сейчас будет вот внизу, мы его слышали. Но все-таки он не очень ожидал нас. Моя задача отожрать как можно больше ПП. Соответственно, уже потом не давать ему ничего делать. Контролить Гаусс, арбалет постоянно. Было зря, конечно. Но, тем не менее, видите, спасает именно как раз тот армор ФП, который мы подбираем. То есть я в основном здесь выигрываю только на правильных позициях. То есть даже не за счет АИМа, а именно из-за правильных позиций.
выбранных мной. И армор, который я контролирую в большинстве случаев, в отличие от моего оппонента. Я постоянно стараюсь быть 100 на 100. Смотри, нос чешется. Ах, зараза. Правильно он, в принципе, вернулся, как бы, но не совсем и правильно. Тут нужно было убивать сразу дуплетом. Если этого не сделать, то это уже бессмысленно. Так как соперник, ну, вообще, вот я считаю, придерживаюсь, как бы, такой вот, такого правила в игре для себя, что если ты с первого выстрела, как бы, не убиваешь, то убивают потом тебя сразу. Соответственно, допускать ошибки нельзя. Ой, какой хэдшот. Вот, кстати, в принципе, моей методой только что Рома пользовался, бегая спиной. Когда ты спиной бегаешь, арбалету труднее попасть. Ой-ой-ой. Пошел Рома, пошел вниз. Да, вон он. Ой-ой-ой, как не вовремя у меня перезаряжался дробовик. Ну, в общем, эти, за этими вещами, конечно же, нужно всеми следить. Без этого никуда. Что-то поскакал и в итоге ничего не получилось у него. Мы с разбега сейчас прибежим к РПГшке. Он по низу, наверное, пойдет, нет? Нет. А да, такие. Ой, как же мне не попал арбалет? Непонятно, но с дуплетом мы его добили. Заберем заранее патроны для Гаусса, чтобы потом его взять и сразу полный был. Сейчас нужно его подловить очень тихо. Скорее всего, он будет на Гауссе, поэтому пролет мы, вот когда он будет пролетать вниз, я его контролю. Но я решил выйти, конечно, рожом посмотреть. Подождем. Спешить нам некуда. Так, вот я слышал, что он уже с Гауссом. Заберут. Опа, не вовремя. Ну, путь был выбран верно. Контролил я именно армор. Ну все, теперь он как бы, в принципе, беспомощный. Все, что он может сделать, это мне попасть в большую зюзю. Называется. Вот он знает, что я здесь, наверное, да? Если я не попал, я больше не лезу на рыбу. Только после того, как соперник повыпускал свои каки всякие, я иду на него. Опять же армор. И идем проверять. Соперник взял арбалет, но как бы он опять же не помог. РПГ будет. Да. Упал. Ой, перезаряжается. Соперник, опять же, сейчас нет преимущества. Ну, тут все очевидно, как бы. На арбалете появился, LJ взял. Сейчас будет идти к Гауссу. Только что-то не идет. Подождем. Странно, все-таки снизу. Да нет.
Пинг немного прыгает. 6, 8, 108. О, не немного, а вот он прыгает. Ну, в общем, ГГ.